центре Минска стоит древний замок. Местные жители боятся даже проходить рядом с ним. А кто решается зайти, больше не возвращается. Самый большой. В комнате зала заседает тайная ложа. Ни один смертный не видел его членов вживую. Их защищает пятиконечная звезда, один из самых древних и таинственных символов на Земле. Уже сегодня, впервые за 4 года, они покидают свое убежище, чтобы 23 сентября доказать свое право на власть. Следи за их действиями в специальном проекте на сайте нашдом.инфо.